20 гадоў з дня заснавання значыў клуб інтэлектуальных гульняў «Эрудыт» з Кіраўска. У яго складзе 9 каманд, дзе займаецца каля паўсотні школьнікаў. Гэты клуб, кажуць, бренд Кіраўскага района. Ён адзін з моцных не толькі ў Магілёўскай вобласці, але і ў Беларусі. Зараз знаўцы рыхтуюцца да рэспубліканскіх спаборніцтваў «Кубак дружбы», які хутка пройдзе ў Магілёве. В 1793 году конвент французский принял решение об этом. Треба быть не только начитанным, але и кемлевым, кажуть удельники клуба «Эрудыт». Такие тренировки позволяют поширить кругогляд и учить логично думать. Игорь Иванович нас берет, да, с 5 класса, мы приходим к нему, кто хочет, и занимаемся. И так вот, кто остается, а кто на некоторые не остается. Ну вот мне игры интеллектуальные стали частью моей жизни. У кіраўніка клуба своя методика подрыхтовки пытанняў и проведения тренировок, усё трымае у сакрэце. В самой ранней юности увлекался интеллектуальными играми, особенно телевизионным «Студе Когда». Соответственно, эта идея созрела давным-давно. И однажды, будучи в Могилеве, в далеком 1995 году, я поприсутствовал на подобном турнире, правда, взрослом, и идея зародилась, вот это движение начать у нас в городе и районе. Если анализировать 2016 год прошедший, то более 20 наград республиканского только мы берем значение. Естественно, количество наград областных и районных зашкаливает за цифру 40. Поэтому достижение есть и у самого руководителя. Он является капитаном команды Могилевской области. Першым выпускнікам клуба каля 35 гадоў. Сярод іх ёсць дыпламаты, работнікі розных міністэрстваў, медыкі, выкладчыкі. Сам Ігар Лукашоў за работу з моладзю атрымаў прэмію прэзідэнта. Таццяна Сергейчык, Юрый Аўласоў, навіны рэгіёна.